Мы с компотом круглый год, мы в компоте варимся. Много знаний нам несет, цели добиваемся. Нет времени у нас скучать, с компотом развиваемся. Всем привет! Вы смотрите телепроект «Компот». Спасибо всем, кто пришел к нам на встречу 1 июня в детский парк, где наша команда предложила вам попробовать себя в роли журналиста. И многие из вас отлично справились. Смотрите, как это было. Сегодня 1 июня, первый день лета. Все вы знаете, какой праздник сегодня отмечается? Правильно, Международный день защиты детей. Поэтому сейчас мы находимся в детском парке. Сегодня здесь настоящий праздник. Посмотрите, сколько людей. Кстати, Международный день детей – один из самых старых международных праздников. Его начали праздновать с 1925 года. Если посчитать, то этому празднику 91 год. А знали вы, что у Международного дня детей есть флаг? На зеленом фоне изображен знак Земли, вокруг которого размещены стилизованные фигурки. Красное, желтое, синее, белое и черное. Это человеческие фигурки, символизирующие разнообразие и терпимость. А знак Земли размещается в центре. Это символ нашего общего дома. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о том, что надо защищать права ребенка. Чтобы все мы, дети, росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями. Скажи, вот ты участвовал в мастер-классе. Понравилось ли тебе? Сложно ли было? Немного сложно, но просто я слова не знал, но только понял сейчас. А скажи, а был ли какой-то страх, когда перед камерой ты говорил? Нет. Вот ты поучаствовала в мастер-классе. Понравилось ли тебе? Да, говорить на камеру – это очень классно. Что значит быть журналистом или ведущим? Ну, ездить по разным странам и узнать интересные вещи, так сказать, из первых рук. Сложная ли это профессия? Да, конечно. Как ты думаешь, что значит быть журналистом? Для меня быть журналистом – это быть начитанным, иметь хорошую дикцию и просто хорошо общаться с людьми. А как ты думаешь, какими еще он должен обладать качествами? Он должен быть добрым, справедливым. Скажи, как ты считаешь, интересно ли работать журналистом? Мне кажется, да, потому что можно узнавать новое и приезжать в разные места. Вот ты попробовала себя в роли журналиста. Понравилось ли тебе? Мне понравилось, да. Хочешь ли ты стать журналистом? Да. А почему? Ну, мне кажется, это интересно. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать журналист или ведущий? Даже не знаю. Ну, писать текст правильно должен уметь? Да, конечно. Хорошо учиться, наверное. Ну. Должен он бояться камеры? Нет, не должен. Вот так. А знаете, ребят, я взяла отличное интервью, а у меня получились прикольные фотки. А вообще, ребята очень хорошо справились с текстом. Да, и в мастер-классе приняло участие много детей. А это значит, что мастер-класс прошел... Здорово! Мы с Алиной хотим вам напомнить, что 12 июня отмечается государственный праздник «День России». 22 года тому назад первый президент нашей страны подписал указ, в
котором говорилось, что 12 июня – это день, когда началась новая история России. По традиции, в этот день по всей нашей стране будет проходить множество торжественных мероприятий. Итак, о важной дате мы с Алиной вам рассказали, а это значит… Это значит, что Саша наконец-то расскажет нам, что же сегодня будет твориться в компоте. Первый ингредиент компота – рубрика «Как это изобрели?». На этот раз Даша и Руслан расскажут вам, как изобрели фотоаппарат. Второй ингредиент компота – рубрика «Верный друг». Главный герой выпуска – это домашний хорек Майя. Ну вы только посмотрите, какая она милая. Потом в компот попадает мультивитамин – добавка от Кати, которая приготовила обзор на очень крутой мультфильм. И, наконец, еще один полезный фрукт в нашем компоте – это рубрика «Привет, этикет». Даша вам расскажет, как правильно носить солнцезащитные очки. Присоединяйтесь, такой компот рекомендован к просмотру. Июня свой день рождения празднует город-герой Севастополь. Ему исполняется 233 года. Севастополь был основан как база русской черноморской эскадры. Ну, это значит, что там находились военные корабли. И это не случайно, ведь там находится очень удобная бухта. На день города в Севастополе будет проходить много интересных мероприятий, так что смело отправляйтесь гулять по городу и не забудьте сделать фотографию на память. Сейчас вы можете просто сфотографироваться и на телефон. А вот раньше сделать снимок можно было только с помощью фотоаппарата. А как изобрели фотоаппарат, вам сейчас расскажет Даша и Руслан. Всем привет! Вы смотрите рубрику «Как это изобрели?». И сегодня мы вместе с Дашей расскажем вам, как изобрели фотоаппарат. Все вы знаете, что раньше фотографии были черно-белыми и печатали их на специальной фотобумаге. Но обо всем по порядку. Самый первый фотоаппарат – это даже не фотоаппарат, это камера обскура. Ее изобрел Джозеф Нисефор Льеп. Такая камера была похожа на небольшой ящик, с одной стороны которого было отверстие. В это отверстие вставлялась линза. Вы же знаете, что такое линза? Например, ваша бабушка носит очки с толстыми стеклами. Это и есть линза. Ну а теперь вернемся к камере обскура. Дело в том, что с одной стороны камеры была линза, а на противоположной стороне была металлическая пластина. Эта пластина покрывалась специальным раствором. Так вот, когда свет проходил через линзу, он отражался на этой пластине. А так как она была покрыта специальным веществом, то на ней оставалось изображение. Это изображение и есть фотография. Вот, посмотрите, это самый первый фотоснимок. Его сделал Джозеф Нисефор Ньеп. А как вы думаете, что на нем изображено? Дадим вам подсказку. Этот фотоснимок называется «Вид из окна». А теперь вы догадались, что это крыши зданий. Молодцы! Кстати, камеру обскура можно сделать дома из обычного спичечного коробка. А вот как это сделать, мы написали на нашей страничке ВКонтакте. Попробуйте смастерить такую камеру. И если у вас получится, обязательно сообщите нам. А мы продолжим свой рассказ. После того, как Джозеф Нисефор Ньеп сделал первый фотоснимок, камеру обскура начали изменять. А точнее, совершенствовать. И в 1835 году Уильям Тальбот сделал фотографию, которая была лучше по качеству. А еще появилась возможность копировать снимки. Потом Джордж Истман изобрел фотопленку в рулоне, а через некоторое время и фотокамеру Kodak. Вы наверняка слышали об этой торговой марке. Кстати, фотопленка была нужна для того, чтобы заменить медные пластины, которые были очень дорогими и портили качество изображения. А фотопленка делала изображение только лучше. Но тогда все фотографии были черно-белыми. В 1923 году выпускают первый фотоаппарат, который мог купить каждый желающий, но таких желающих было очень много. Ну конечно, ведь все любят фотографировать, поэтому фотоаппараты постоянно совершенствуются и появляется возможность делать цветные снимки. Но самый знаменитый фотоаппарат того времени – это Polaroid. Руслан, ты слышал о таком? Да, это такой фотоаппарат, который снимки печатает? Да, верно. Вот что еще хочу сказать. До 1988 года все фотографии были только на бумаге. Даша, а что потом случилось?
Потом изобрели цифровой фотоаппарат и появились возможности хранить снимки на компьютере, на флешке, ну, как мы сейчас это делаем. На этом все. Историю изобретения фотоаппарата вам рассказывали Даша и Руслан. Увидимся! Алина, назови мне самый известный детский лагерь. Это очень легко. Артек. Кстати, это сейчас Артек-лагерь, а вот раньше это был лагерь-санаторий. Открыли лагерь-санаторий 16 июня в 1925 году. На первую смену приехало отдыхать 80 детей. Жили все они в брезентовых палатках, но сейчас есть все удобства для отдыха. Саша, я посчитала, что в этом году Артеку исполнится 91 год. Да, верно. И мы поздравляем лагерь Артек с этой датой. Ребята, хотим вам напомнить, что если вы куда-то надолго уезжаете, например, в лагерь, то позаботьтесь о своем домашнем питомце. Попросите маму или папу вам помочь. Уверена, они подскажут, как быть. А вот следующая рубрика подскажет вам, как ухаживать за домашним хорьком. А вдруг вы как раз думаете о том, чтобы завести хорька? Итак, в сегодняшнем выпуске рубрики «Верный друг» я вам расскажу про домашнего хорька. Хорьки рождаются маленькими, слепыми и беспомощными, почти как котята. Мама хорек кормит своих детенышей молоком. Когда проходит 2 недели, то маленькие хорьки начинают есть мясо, косточки и сухой корм. Характер у хорька проявляется примерно к 4 месяцам. В этом возрасте животное уже можно дрессировать. Если вы сделаете все правильно, то хорек будет знать, что можно, а что нельзя делать в вашем доме. Сразу хочу сказать, что самцы и самки ведут себя по-разному. Говорят, что самок легче дрессировать, но они не могут усидеть на месте и 4 секунд. Устроит ли вас, что она редко будет сидеть на руках, а вот самцы намного спокойнее самок. Именно поэтому их чаще берут в качестве домашнего питомца. Они могут долго сидеть на руках и коленях или просто побыть рядом с хозяином. Характер и поведение хорьков во многом зависит от его возраста. Молодой хорек активен, он ни секунды не сидит на месте. В более старшем возрасте такое животное становится менее активным и начинает сильно наглеть. Хорьки вырастают до 40 см, вес самцов до 2 кг, а самки весят меньше килограмма. Домашние хорьки живут 5-9 лет. Привет, Лиза, расскажи мне, как давно у тебя живет хорек? Привет, Саша, хорек у меня живет около 2 месяца. А кто это, мальчик или девочка? Как ее зовут или его? Это девочка, зовут ее Маня. А почему вы решили завести именно хорька, не кошку, не собаку? Ну, не знаю, мне он понравился, у него милая мордашка, он очень похож на кошку. А моя бы мама была против завести хорька, а вот твои родители как отреагировали на это? Папа был за, мама, ну не знаю, мама как-то была против, потом согласилась. А где она живет? Есть ли у нее специальное место для того, чтобы она спала? Да, у нее есть место. Она спит у нас на балконе. Мы там выделили полку и сделали как клетку. А разрешаете ли вы ей гулять на улице? Да, разрешаю, но обязательно с поводком, чтобы она никуда не убежала. А как люди реагируют на хорька на поводке? Все спрашивают, как называется, что это вообще-то за животное. Кусается ли оно, просят подержать. Ты мне сказала, что ее часто хотят подержать на руках и погладить. Как на это реагирует Маня? Она сначала понюхает человека и только тогда спокойно будет сидеть у него на руках. Кусается ли она? Нет, конечно. Хочешь, подержи? О, давай. Она такая мягкая. А расскажи мне, пожалуйста, часто ли вы водите ее к ветеринару? Нет, не часто, ну, может, раз в 2 недели. Какие у тебя обязанности по уходу за Маней? Я ее купаю, выгуливаю и кормлю. Тяжело ли ее купать? Любит ли она водные процедуры? Купать ее не тяжело, но обязательно нужно закрывать уши, чтобы туда не попала вода. Лиза, расскажи, а чем вы кормите хорька и чем не следует его кормить? Кормим мы его мясом и очень редко даем сухой корм, так как если кормить часто сухим кормом, то они живут меньше. Ей нельзя кушать хлеб и картошку. Лиза, какие советы ты дашь людям, которые хотят себе завести хорька?
Во-первых, нужно изучить рацион хорька, что ей можно давать, что нельзя. Во-вторых, нужно смотреть за своими вещами. Если будет что-нибудь разбросано, она все спрячет к себе в диван. И последнее, что нужно учесть, это ей нужно закрывать ушки при купании, чтобы туда не попала вода. Лиза, тут всю съемку лежала эта игрушка. Расскажи мне, зачем она? Ну, это ее любимая игрушка. Видишь, даже тут дырку прогрызла. Я сейчас покажу, как она работает. Вау. А можно я тоже так попробую? Держи. И правда побежала. Лиза, спасибо, что рассказала мне о Мане. Было интересно. Пожалуйста. Если у вас тоже есть домашнее животное, как у Лизы, и вы хотите о нем рассказать, то звоните по номеру, который указан на экране. И может, героем следующего выпуска станете именно вы. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили. С вами были Саша, Лиза и Маня. Всем пока-пока! На одной из своих тренировок Ксюша и Степа стояли в планке. Это такое упражнение. Кстати, оно довольно трудное. Надо продержаться целую минуту. Потом на нашей страничке ВКонтакте мы написали о том, что кто пришлет на видео, где он стоит в планке целую минуту, получит приз от нашей команды. И у нас есть победитель. Это Кира. Она простояла в планке одну минуту. Поздравляем тебя, Кира. И спасибо, что прислала нам видео. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, и вы сможете посмотреть, как Кира стоит в планке. А еще мы там написали, какой подарок она получит. Кстати, сейчас Ксюша и Степа активно тренируются, потому что скоро им придется сдавать нормы ГТО. А знаете, что это такое? Это упражнение на выдержку, быстроту, гибкость и выносливость. Конечно, потом мы вместе с вами посмотрим, как они справились. А сейчас давайте смотреть рубрику «Мультивитамин». Привет, ребята! Наконец-то наступило лето. Я думаю, вы все его ждали, и я не исключение. И еще я просто не могла пропустить этот чудесный летний мультик, про который сегодня расскажу. Мультик про море, про приключения. Так, взяли себя в руки и пока что не мечтаем. Я подготовила для вас очень важную и интересную информацию, поэтому я надеюсь, что на 16 июня вы ничего не планируете. Нет? Все, не планируйте, ясно? Итак, помните такой чудесно милый мультфильм про рыбок «В поисках Немо»? Между прочим, он вышел 13 лет тому назад. Это история про рыбку-клоуна по имени Немо и его отца. Сыночек, тот самый Немо, был изрядно любопытным и очень хотел исследовать океан, в котором жил. Но так как Немо был слишком мал для того, чтобы плавать по океану, его папа пристально следил за малышом, но Немо не раз вырывался на свободу, а папа все равно его ловил. И вот однажды Немо отправили в морскую школу, и как-то раз Немо сбегает из этой школы, и папа, естественно, впадает в панику и отправляется на поиски сына. В этом ему помогает его подруга рыбка Дори. Вы ее наверняка помните. Это рыбка синего цвета с желтыми плавниками. И такой вид рыбок действительно существует, и называется он голубой хирург. Мультик «В поисках Немо» заканчивается хорошо. Немо нашли, и все стало на свои места. Ребята, обязательно его посмотрите. Он веселый и грустный одновременно. Ну а мы вернемся к рыбке Дори, ведь она главная героиня нового мультфильма. У нее сильные пробелы в памяти. Конечно, у всех рыб в реальном мире такая память, но в мультфильме она одна такая. Сегодня тема урока «Миграция морских котов». Миграция морских котов. Миграция означает путь домой. Домой. Туда, где родился. Откуда они все знают, куда плыть? Это инстинкт, врожденная память, которую просто невозможно стереть. Мои мама и папа! У меня есть семья! Мы тебя не забудем, Дори. А вдруг я забуду вас? Я по ним скучаю. Тебе знакомо это чувство? Да. Так поплыли скорее!
Итак, во второй части мультфильма пропадает именно она. Подождите, сейчас я вам все расскажу. В детстве Дори потеряла всех своих родственников, но из-за своих неблестящих умственных способностей она даже не знает, куда они пропали и как их можно попытаться найти. Ей постоянно снятся сны про ее семью, как ее найти, куда плыть, но на утро нет ни следа. Какая досада, вы только представьте. Дори, сейчас еще ночь. Пап, Дори плавает во сне и говорит, пока спит. Дори часто говорит во сне, не бойся. Дай мне гаечные ключи, я все починю. Но, пап, вдруг она опять поплывет во сне? Уверен, это больше не повторится. Нам скорее ложись обратно. Дори? Дори! Дори! Я что-то помню! Этого не может быть, правда? Так, я увидела картинку в голове того, что видела раньше. Если я сказала слово «раньше», это... Значит, я что-то помню. О чем это я говорила? Ее друзья, а именно семейка рыбок-клоунов, всеми силами пытаются ей помочь и поддержать ее. Но однажды Дори пропадает, и Немо со своим отцом в испуге осознают, что Дори даже не вспомнит, как уплыла из дома и как вернуться. И тут начинаются настоящие приключения. Кстати, вам предстоит познакомиться с новым персонажем. Это очаровательный осьминог. Ну а я, как обычно, сохраню интригу и дам вам совет. На этот раз аж два совета. Первый. Посмотрите мультфильм «В поисках Немо». Второй. Ничего не планируйте на 16 июня, потому что в этот день вы должны пойти в кино на премьеру мультфильма «В поисках Дори». Где мы? Бухта-барахта! Бухта-барахта? Берегись! Простите. Ничего, со всеми бывает, а ты не смущайся. С нашей первой встречи ты учила меня делать то, о чем я даже не мечтал. Получается! Безумные вещи! Пора, пора, давай, давай! На этом все. С вами была Катя. Пока-пока! Ребята, мы с Алиной вам уже рассказали, что 12 июня празднуется День России, а также 12 июня свой день рождения празднует город Евпатория. Это древний город. Его история насчитывает 2500 лет. Евпатория известна своими лечебными грязями, пляжами с золотым песком и неглубоким морским дном. Кстати, именно поэтому ее называют детской здравницей. Летом в этот город приезжают очень много людей, ведь все любят отдыхать на море и загорать под солнышком. Загорать это хорошо, но от яркого солнца нужно защищать глаза. Легко. Одел солнечные очки и готово. А не все так просто. Алин, почему? Потому что существует правило, как правильно носить солнцезащитные очки. И Даша вам о них сейчас расскажет. Всем привет! С вами снова я, Даша. Я продолжаю вам рассказывать о правилах этикета. Сегодня поговорим о том, как правильно носить солнцезащитные очки. Если вы подумали, что нет никаких правил для солнцезащитных очков, то это не так. Вот уж поверьте мне. Первое правило. Солнцезащитные очки нужны для того, чтобы защищали глаза от солнца. Поэтому их нужно одевать только в солнечную погоду. Не стоит надевать их летом, в пасмурную погоду. Вы можете взять их на всякий случай, если погода изменится. При входе в помещение нужно всегда снимать очки. Не носите очки на макушке. Это неправильно. Не забывайте, что солнцезащитные очки – это аксессуар для глаз, а не для волос. Ага.
Если вы на улице и хотите кого-то что-то спросить, обязательно снимайте очки. Собеседник хочет видеть ваши глаза. Снимать солнцезащитные очки на улице при разговоре – это признак воспитанного человека. А скажите, пожалуйста, где здесь делают аквагрим? Что? Где здесь делают аквагрим? Вон там вот. Понятно. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где здесь делают аквагрим? Прямо и направо. Спасибо, поняла. Пожалуйста. При знакомстве с человеком нужно тоже снять очки. При знакомстве ваше лицо должно быть полностью открыто. Привет, меня Даша зовут. Можно с вами погулять? Привет, ребят, меня Даша зовут. Можно с вами погулять? Привет, привет. Ну, конечно, присаживайся. Меня зовут Алиса. Меня Хайби. В какой школе ты учишься? В лицее. В каком классе? В третьем. Перехожу в четвертый. Но на пляже вы можете соблюдать не все эти правила. На пляже вы можете не снимать солнцезащитные очки. Но если вы с кем-то знакомитесь, то обязательно снимите. На этом все. Теперь вы знаете, как правильно носить солнцезащитные очки. Соблюдайте эти простые правила. Ну что, с вами была Даша. До встречи! Вы смотрели телепроект «Компот» на Первом Крымском. Следующий выпуск ждите уже 25 июня. А еще подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и следите за новостями. А также не пропускайте ни одного компота. Пока-пока!